Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька підсумків за цей день. Желаю здоров'я, уважаемые украинцы и украинки. Несколько итогов за этот день. Сегодня в Швейцарии проходит новая встреча советников лидеров государств по формуле мира. Это уже четвертая такая встреча. И очень важно, что каждая собирает больше участников. Сейчас представлены более 80 государств и международных организаций. И не только наши обычные партнеры в Европе и Северной Америке, но и государства Латинской Америки, Африки, Азии, Океании. Представительская встреча. Благодарен каждому лидеру и каждой стране, которые участвуют в этой нашей совместной работе и своим участием подтверждают, что мировой порядок, основанный на правилах, должен быть восстановлен для всех на Земле, без исключений. Хозяева России думают, что они якобы способны насилием и террором, своей ложью и жестокостью навязать какой-то другой, хищнический мировой порядок, без правил, без каких-либо гарантий безопасности. Именно такую их уверенность, уверенность убийц, мы сейчас все вместе уменьшаем, каждой встречей, ради нормального международного права, постоянным расширением нашей международной работы на новые регионы, на новые государства, новыми договоренностями ради большей безопасности. Украинские инициативы постепенно становятся глобальными инициативами. Я благодарен всем, кто в этом помогает. Сегодняшняя встреча в Швейцарии продолжает работу, которая проводилась во время встреч на Мальте, в Саудовской Аравии, Дании. Ожидаю подробного отчета нашей команды, команды Украины, относительно дискуссий, которые состоялись. Сегодня же есть продолжение и в работе по гарантиям безопасности для Украины. Начали переговоры с Румынией. Это уже 9-е государство, с которым ведется такая двусторонняя работа. Все государства Большой Семерки плюс Нидерланды плюс Румыния. Будет больше. Как образец берем соглашение, которое мы на этой неделе заключили с Великобританией. Еще раз благодарю Британию за первенство и за очень хорошее, сильное наполнение соглашения. В общем, первые две недели этого года уже придали Украине силы и возможностей. Есть новые пакеты поддержки для наших воинов. Есть очень нужные договоренности о совместном производстве оружия и снарядов. Особенно чувствительный вопрос – дроны. Дронов будет больше. Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним и о ракетах, и о РЭП. Средствах радиоэлектронной борьбы будет больше. И неизменно месяц за месяцем наращиваем наше украинское производство артиллерии. У Украины есть достаточный потенциал, чтобы пройти этот тяжелый путь войны. У нас есть потенциал, чтобы объединять мир. Есть потенциал победить. Главное – верить в свои силы, верить в Украину. Я благодарен всем, кто с Украиной и в Украине. Я благодарен всем, кто сражается и работает, и волонтерит, и помогает ради того, чтобы Украина жила. Слава Украине! Слава Украине!